лучший прогноз погоды из городов по всему миру от тех, кто летает. Нам виднее. Здравствуйте, я Татьяна Гвоздева. В Зальцбурге, в самом сердце Западной Австрии, завтра 24 тепла и солнечно. Подобная погода и в Париже, плюс 26 днем. Зато в Лионе обещают грозы и ливневые дожди. Но по градусам почти около 30 тепла. А вот в Анапе 25 градусов выше нуля и солнечно. Сильные дожди с грозами пройдут в Адлере. Днем воздух прогреется до 26 градусов. Чуть ниже температура в Симферополе, зато солнечно и без осадков. В Екатеринбурге завтра без осадков и безоблачно. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов, ночью плюс 14. С вами была Татьяна Гвоздева. Погоду с небес смотрите ежедневно в эфире 4 канала.